В конце апреля глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вместе с сотрудниками администрации и представителями депутатского корпуса посетил амбулаторию поселка Развилка. Тогда от жителей поступила просьба открыть в учреждении стоматологический кабинет. Посещать доктора в Видном было неудобно, далеко добираться и сложно записаться из-за большого потока пациентов. Направляли в платную поликлинику, ездили в Видный, куда не допроситься, не записаться. И в статье газетка объявилась. Статья его, что он пообещал сделать. И вот сегодня хороший день. Хороший день. Человеку надо мало, чтобы был хороший дом, хороший врач. За 2 месяца в амбулатории Развилки оборудовали отдельный стоматологический кабинет. И уже в июле он начал принимать первых пациентов. В планах руководства округа и ВРКБ постепенно открыть подобные кабинеты во всех амбулаториях поселков Ленинского округа. Это улучшает, скажем, доступность населения и, соответственно, снимает нагрузку с самой стомат-поликлиники. Здесь будет работать доктор, доктор хороший, ориентировочно пока 3 раза в неделю. Я думаю, где-то сейчас постепенно наладим саму работу и через, наверное, 2-3 недели выйдем уже на ежедневный прием населения. Здесь сейчас стоят хорошее оборудование. Это немецкая установка КАВА 30-я, очень хорошее, качественное, надежное оборудование. То есть компрессор. Здесь происходит стерилизация инструмента, то есть стоит автоклав. Сегодня здесь оказывают только терапевтическую помощь. В течение нескольких месяцев планируют начать проводить и хирургические процедуры. Так в кабинете уже появился современный стоматологический рентген-аппарат. Кстати, новое оборудование по просьбе работников амбулатории установили и в кабинете физиопроцедур. Медики рассказывают, износ старых приборов составлял 100%. Нам преподнесли 3 аппарата физиотерапевтических. Это ультразвуковой аппарат, это магнитотерапия и аппарат дорсонвализации, гальванизация и электрофореза. Это те самые распространенные аппараты физиотерапевтические, которые используются нашими врачами при различных заболеваниях и опорно-двигательной системы, и бронхолегочной системы. И я думаю, что наши жители будут довольны, а мы будем оказывать качественную медицинскую помощь. Теперь в амбулатории Развилки предстоит обновить кровлю. Старая крыша часто протекает в холодное время года. Реализация проекта зависит от Министерства здравоохранения региона. Олеся Попова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.